Твое перерождение оправдает эту боль, но все же. Лёш, на сирену случай? Нет. Ну что, загудел, ну страшно. Вот тут я сижу, у меня гудел на сирене. Однако это не идет ни в какое сравнение с силой, которую я в скором времени заполучу. Какая знакомая чакра. Это... Но я никогда не видел, чтобы она принимала такую форму. Как я и думал, в конце концов, дело дошло до этого. Тебе больше нечему меня учить. Сердечен. Есть кое-кто другой, кого я хочу убить. Кажется, и перед тобой тоже. Я могу стать бессердечным. Если ты не станешь бессердечным, ты никогда не сможешь победить Итачи. Перед ним я стану бессердечным, даже если он будет молить о пощаде. При таком положении дел я не вижу смысла отдавать тебе свое тело. Слишком громкие слова для неоперившегося птенца из клана Учиха. Арачимару, ты слабее меня. Во время нашей битвы в лесу на экзамене чунинов ты наблюдал за этим птенцом и оценивал его. Двигайся! Если бы я не был птенцом, тебе бы не удалось так просто заполучить меня, верно? Стихия огня, техника огненного дракона! И поэтому ты оставил на мне свое клеймо. Как я и думал, ты определенно мне пригодишься. А потом еще отправил тех людей за мной. Идем с нами. Ты идешь с нами или нет? Если согласишься, Орочимару сама дарует тебе еще большую силу. Мне хочется убить этого слабака за то, что он еще смеет сомневаться. Попробуй рискнуть. Никогда не забывай о своей цели. Я мститель. Я думал, пожертвовать телом, чтобы осуществить свою месть, было бы правильным. Но ведь тебе нужен только шаренген, я прав? Возможно, все тебя считали гением, но тебе никогда не справиться ни с одним из клана Учиха. И уж тем более, не превзойти никого из нас. Итачи оказался тебе не по зубам. Вот почему ты выбрал меня, птенца. Ну что, я прав, господин гений, великий Санин? Ты даже пичкал чем только можно собственное тело и менял его бесчисленное количество раз. Но то, какие методы ты использовал, чтобы получить силу нашего клана, для меня, носящего имя Учиха, выглядит в лучшем случае смехотворными. Неважно, насколько кто-либо гениален. Все они блекнут перед теми, кто носит имя Учиха. Кстати, мне противны твои методы. Чего ты добиваешься?